Такие тут заросли малины. Всем привет. Значит, думаю, вода пока убывает, пособираю я малину. А потом еще чернику и пойдем сетки проверять. То, что это. Тут просто вот. Я вот стою, видите. Почти 2 метра ростом. А это выше меня еще. И вон она вся вот туда идет. Ну, смотрите, какие кабаняры висят. О, с большой палец, ноготь. Руки уже не фиолетовые, а малиновые. Все, погнали туда двигаться. Я ногами ломаю, и вот она везде тут. Вот, вот. Собирал кто-нибудь из вас малину, напишите. Это вот северная арктическая малина. Подписывайтесь, переходите на Яндекс.Дзен, ставьте лайк. Погнали. Вот тут. Проходы делаю. Еще надо двигаться. Как ее тут пробираться надо как-то, как в джунгли тут моего среди ягод, как медведь среди ягод. Немножечко прибавляется, он быстро собирается так. Сейчас я раз ужиком так проскочу тут, все, отключаюсь. Вот, ребят, видите, сука, малины тут вот. Там она все. И вот она туда пошла. Вон туда метров 100 идет. Так что сегодня будет мне тут веселуха. Это крупная и мелкая, и всякая разная. Кстати, это недалеко вообще у дороги. Рядышком тут. Метров 5. Так что, кто подумал тут про медведя, так нету тут медведей. Откуда тут медведи, если вон тут машины кругом. Справа асфальт, слева дорога грунтовая. Слева море, справа лес. Ну и это дорога. Нету тут не медведя, я вот один тут медведь. Хожу. Сейчас еще чернику пойду собирать. Вот такие веточки попадаются тоже. Жирненькие. Смотрите. Половина зеленых еще. Значит, только начинается. Ну, все уже. Вот они вот прячутся. Это вот внутри малины.
Не знаю, ребят, хватит меня, не хватит. Вот уже сколько собрал. 2,5 литра. Бы, блин, еще бы мне бы хоть часик бы здесь продержаться, а то уже силы на исходе. Я же не особо люблю-то ягоды-то собирать. Ну, как бы люблю, но не до фанатизма. Ну что, пойдем сетки проверять. Набрал я малины. Вот. Ведро. И здесь. Как раз сюда пересыпать будет 5 литров. И вот это вчера я собрал тут 4 килограмма, 100 грамм. И здесь еще. Сюда пересыпем. И лучше это сюда пересыпем. И взвесим по 170 рублей килограмм черника. Ну а малина я не знаю сколько, пишите. Я бы, наверное, если продавал бы малину, это вообще очень такая ягода. Вкусная, лечебная. Ну, 5 литров, 1005, наверное, и продавал бы. Не меньше. Ну, может, за 4 бы еще отдал. Так как она садится, чтобы ее долго не задерживать. Чтобы быстрее продать сразу за 4. Так, ну-ка. Грамм ведро. Ага, 5 килограмм. Так, 5 килограмм, 5 килограмм. Это получается, что у нас 500 и 5 7 35 800. Короче, еще надо пособирать 0,5 килограмма. Сейчас сетки это проверим. Пойду еще дособираю, чтобы до 1000. Хотя бы до 1000. Переодел бродни. Пойдем посмотрим, что там попало-то хоть. Сегодня-то может уже вода нормальная быть. Вся убудет. Выпадка. Должна же когда-то быть и выпадка. Есть большие воды, а есть выпадка. То есть выпадка это получается, когда... Воды вообще маленькие, наоборот. То есть вода вся убудет. Ее ветром, наоборот, туда всю выгоняет. И называется выпадка. Ну, юг дует и не дает воде прибыть. Придерживает воду. Север, наоборот, не дает убыть. А это, наоборот, не дает прибыть. То есть... Опа! Погнали. Вода сухая. Бревнышко появилось. Вчера не было бревнышка. Да, рядышком. Сейчас пойдем сюда проверим. Здесь, наверное, может придется повыдергивать. Потому что сюда погодка-то, смотрите, солнышко разыгралось. Погодка-то хорошая. Но и рыба все равно не выкатилась. Вода, воды большие, вон воды сколько. Обычно обмелевает там все. Ну и уже водичка подприбыла, смотрю. Она надо шевелиться. Эту канаву перешел. Канава идет тут вдоль берега. Новый подписчик. Сейчас мы посмотрим. Блин, бывает водичка, да? Надо нам шевелиться. Видите, с этими ягодами так собирал и малину тут пособирал. Опять свет отключили, так дома не сидеть. Столбы там меняют. И, короче, раз... Проворонил. В лесу пока собираешь, время вообще бежит моментом. Пока раз-раз, уже час дня. Думаю, дай-ка пересыплю малину. Пересыпал малину, другое ведро взял пока. Еще туда-сюда, смотрю, вообще уже 2. Вода полчетвертого. Потом пошел чернику собирать. Раз-раз и уже, короче,
Время, короче, летит. Еще надо поехать сдать. Еще собрать надо грабилочку хотя бы. До 1000 стоп. Так что, ребята, оставайтесь на линии. На канале сейчас посмотрим еще, сколько мы это сдадим, на сколько. Камбалка. Что-то у меня тут отключилась камера. Но и рыбы там не было нифига. Пару штук попало еще. Пойду сейчас дособираю еще грабилку, чтоб до 1000 рублей. И будем малиной заниматься. Не знаю, что там с малиной с этой делать. Выставлю сейчас барахолку Кейм. Может, там продастся. 5 литров 4000 поставлю. Посмотрю потом. Но это уже потом только в следующем ролике вам скажу, продал или нет. Сейчас поедем на приемку. Ну, сейчас насобираю еще и сразу по прием. Показывать уже не буду, как собираю, а поедем сразу сдавать. Ладно, поехали на приемку. Вот еще грибочков нарыл. По-любому хватит. Люди ходят. Все, погнали на приемку. Сейчас посмотрим. Сдадим. Сейчас еще морожку заберем. Заедем домой. О, веники березовые. Вот это да. Сейчас багажничек наберем. Электрики как раз тут навалили. Наваляли. Ой, елки. Отлично, ножик есть. Сейчас мы тут веток понарубим на парочку веников хотя бы. Мы дома будем сидеть вечером вязать. Сегодня у меня морожка есть в собственном соку. Пробую я сейчас ее сдать. Тяжеленькая тоже. По 500 рублей килограмм. Так, сколько тут? Сейчас посмотрим. А малину так. Через барахолку. А вы морозку понимаете еще? Да. Только с не белая. Не, она у меня не белая, она у меня полежала дня 3, наверное, 4 и сок пустила. Но вот сок это вообще без разницы. Банки в 3-литровой в соку. Очень хорошо, мы ведра принимаем, ничего никуда не уйдет. Ага, все, понял. Спать? Этим, да? И, короче, я думаю, слышишь, Женя? Ну, сейчас я приму и договорю. Расскажу. Шесть семьсот.
Подождите, я морожку принесу сейчас. Хорошо, тогда все вместе посчитаем. Да, вместе посчитаем. Вот сейчас приму еще морожку. Что ж ты не лезешь? Поваляйся пока чуть-чуть. Она не белая, она хорошенькая. 2750 на 1375. Так, 1375. 2514. Угу. 2514. Все, спасибочки большие. Спасибо. Ага. До свидания. Половик висит еще. Пишите, есть у вас половики? Сейчас, короче, ребята, это малину хочу продать, барахолку выставить, надо же ее сфотографировать. Красавицу малинку, дикую. Вот сегодня я собрал. Ну, вот ведерочка получилось, 5 литриков. Дикой малины. Почем у вас малина, пишите. Сколько у вас стоит? Я буду продавать сейчас за 4000 вот это ведро. Дикой малины. Сейчас фотографию сделаю. Блин, где тут сфоткать-то на солнышке? Во. Ну все, ребят, кому понравилось, ставьте лайк. А я буду веники вязать. Вот. Немножечко хотя бы связать парочку веников. И готовимся. Завтрашний опять рыбалки. Будем собирать ягоды. Все. Не забывайте. Вот такая вот уха получилась. Приятного аппетита!